прошлом году был запущен проект Министерства образования Московской области «Путевка в жизнь». Он позволяет школьникам за годы учебы дополнительно освоить какую-то рабочую профессию. И по окончании 11 класса получить не только аттестат, но и сертификат об окончании профессиональных курсов. Это поможет молодым людям лучше сориентироваться на рынке трудоустройства. Занятия проходят свободное от уроков время, и они бесплатны. В Дмитровском округе программа «Путевка в жизнь» реализуется на трех площадках – на базе Дмитровского техникума, Дмитровского института непрерывного образования «ДИНА» и на базе Яхромского колледжа. В недавнем прошлом во всех школах ребята получали профессию. Это было утрачено. И вот сейчас, я считаю, это совершенно сделано своевременно, идет возрождение. Возрождение того, что ребята должны получать профессию, что они должны уметь в этой жизни делать дело. Мы даем сначала теорию, тут же она подкрепляется практическими занятиями. То есть это неразрывный процесс, который, в общем-то, дополняет общее вот их образование. В декабре прошлого года в учебных заведениях прошел промежуточный конкурс, в котором школьники на практике должны были показать, чему научились за несколько месяцев обучения. Общее количество участников – 458 человек. В каждой профессии были определены лучшие. Победителей и призеров конкурса собрали в конференц-зале торгово-промышленной палаты. Школьников приветствовал президент торгово-промышленной палаты Валерий Логачев и вице-президент Наталья Малышева. Она отметила, Дмитровский округ уделяет большое внимание популяризации рабочих профессий. У нас есть с вами акция без турникетов. У нас сейчас открыты двери на предприятии, чтобы можно было заранее познакомиться с профессиями и специальностями, которые вы будете обучаться после школы, когда вы выберете себе то, что вы сможете не только получить образование. Высшее образование замечательно. У нас в стране более 50% с высшим образованием. А вот руками своими не все умеют работать. А вот сейчас такое время наступает, когда именно руки и голова смогут вас прокормить. Программа «Путевка в жизнь» рассчитана на 3 года обучения, начиная с 8 класса. Ребята на выбор осваивают одну из профессий – слесарь по ремонту автомобилей, оператор электронно-вычислительных машин, лаборант химического анализа, кинолог, повар, слесарь, рабочий зеленого хозяйства, садовник, тракторист или электромонтер. Эти профессии выбраны не случайно. Именно таких специалистов не хватает на Дмитровской земле, а значит, без работы ребята не останутся. И даже если выберут другую сферу для самореализации, все равно полученные навыки наверняка пригодятся в жизни. Поддержка талантливой и одаренной молодежи крайне важна. Программа «Путевка в жизнь» уже дает свои плоды и будет продолжена в 2019 году.